Следующий обзор посвящен украшениям с различными камнями. Постарались по рядам расположить так вот по цене, чтобы было видно. Первый ряд, средняя стоимость комплектов 7-7,5 тысяч рублей, уровиты 6,5. Дальше идет турмалинский анитом, пирит с плисовым малахитом африканским, еще кулончик к нему такой есть, кулон пирит меланит, к нему тоже есть, кстати, где-то серьги, если кому-то интересно, напишите, мы найдем. Кианит и берил, тоже необычное сочетание, и еще вариант с уровитом. Здесь во втором ряду комплекты подешевле. Самый дорогой с хризоколой, по-моему, 5600, а остальные в пределах 4500. Здесь вот неполированная поверхность нашего уральского уткинита, также его называют черным авантюрином, тиманского агата, потемнее, посветлее, мариончик, нефрит, удачный, не тяжелый ставролит. И в нижнем ряду уже в основном идут кольца, кулоны. Один комплект с уральской яшмы. Кольца с уральским малахитом. Марион, азурит, янтарь. Если тоже такое сочетание нравится, такие у нас есть готовые серьги и кольцо. Можно собрать комплект. Уткинит, как в тоже с неполированной поверхностью, как в комплекте выше. Здесь хризопраз, диаптаз и солнечный камень. Вот он играет. И колечко. Только здесь вместо хризопраза, вместо диаптаза кианит. И еще варианты с уральским тагильским малахитом. Если вам что-то понравилось, пожалуйста, пишите. Мы сделаем фото, замеры, ответим вам оперативно в WhatsApp, Viber. Напоминаю, что мы работаем с мельхиором, швензы, серебро. То есть, если у вас реагируют уши, то такой проблемы быть не должно. Отправляем по всему миру. До новых встреч!